Теперь доктора районных больниц без проблем доберутся до пациентов, даже в глубинку. Морозным днем на Соборной площади главврачам медучреждений вручили ключи от легковых автомобилей отечественного производства. Модернизация перечисленного звена здравоохранения добавляется. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы все наши медицинские учреждения были оснащены по самому последнему слову деньги. В Терентьевский район отправится не только автомобильный и передвижной медицинский комплекс, внутри которого расположен флюорограф и маммограф. С помощью этого пункта можно обследоваться легко и быстро. Результаты будут готовы через 10 минут. Мы планируем осуществлять выездную работу, осматривать не только свое прикрепленное население Терентьевского района, но соответственно и другие районы тоже будем поддерживать в этой части для представления диагностических мероприятий. В этот раз в районные больницы отправили 21 машину. Закупки будут продолжаться, пока не закроется потребность. В 2024 году мы продолжим реализовывать это мероприятие и планируем закупку еще 27 подобных автомобилей. Напомним, в лечебное учреждение Ульяновской области в прошлом году поступило 28 автомобилей для оказания медицинской помощи. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.